Да. Вот тут. Не знаю, как тут можно ходить, но. В итоге здесь началось болото. После этого. Возможно, или ручьи нарушили, или еще что-то. Я не сильный эколог. Не очень понимаю, как так работает. И тут в итоге он весь стал лес заболачиваться. И даже я даже не знаю, как тут пройти. В том лесу, в котором вас не было, не было работ, там можно вполне спокойно ходить было. Там не было вот такого все время. Здесь вот болото и болото. Вот лес там буквально через 100 метров, в котором вы начали работать. Так. Я не знаю, как тут теперь пройти. Тут вот везде он болото стало. Это вот все вырубки. Вырубки на уху не сами страшны, не сами вырубки, сколько следы от машин, которые лес тащили.